уникальная вещь. Это кофейная ложка, выполнена из серебра 80-й пробы с живописной эмалью. Здесь особенность в том, что эмаль имеет уникальный цвет, который практически нигде не использовался. По исполнению это фирма Фаберже, а в частности мастер Рюкерт, который работал на Карла Фаберже и на его фирму. Полностью без потерь, сохранность идеальная, сохранилась до наших времен в уникальном, конечно, виде. Это музейный экспонат, такого практически нигде не встретите. Уникальная вещь не только для России, а для всего мира. Здесь видно на рисунке и корона есть. Еще раз повторюсь, уникальность в том, что здесь цвета самой эмали, они нестандартные. Конечно, шикарная вещь. Вот здесь вот клеймо видно F и 84-я проба. Стоимость данного лота в районе 140-150 тысяч. Еще раз повторюсь, это музейная вещь, поэтому здесь как бы на стоимость обращать внимание не нужно особо. Кстати, проверю. Открывает? Открывает. А это он не знает. Попробуй, это тоже.